Здравствуйте, вы в гостях у Татьяны. Мы сегодня будем готовить окрошку на кислом молоке. Или, пожалуйста, кваша. Или можно взять жирный кефир, но лучше домашнее. Приступаем, режем сначала картошку. Мелко режем. Молодая она, вкусная. Нарезаем. Нарезала 6 картошек. Нарезаем мясо. Вареная свинина. Нарезаю. Она варилась в специях. Лучок. Лавровый лист. И перец горошком. Это гуляш свиной. Нарезала свинину, нарезаю яйца. Натираю редиску на терку. Натерла редиску, натираю 3 огурчика. Нарезаю зеленый лучок. Нарезаю укроп. Пахнет укропчик страшно. Все нарезала. Подсаливаю. Чайная ложка пока. Достаточно. И сметанку ложим домашнюю. И выливаем простоквашу. С банки. Я вылила всю простоквашу. Посолила еще. Наша окрошка готова. Наша окрошка готова. Пробуйте. Готовьте. Пишите комментарии. Подписывайтесь.